Согласно поручению президента России по популяризации героев российской истории и фольклора, отвечающих традиционным ценностям в рамках проекта «Легенды России», посвященного созданию духовно-нравственного контента и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, был объявлен всероссийский конкурс детского и юношеского рисунка героев нашей Родины. Экспозиция была организована и представлена в Карачаево-Черкесии. Как и где можно было в течение нескольких месяцев посмотреть работы юных художников, расскажет Алла Качеева. Традициям жить, славе не меркнуть. Передвижная выставка названа в честь подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны и приурочена 78-й годовщине Победы. Патриотическую экспозицию в Карачаево-Черкесии с участием детских школ и школ искусств республики организовал факультет дизайна и лингвистики Северокавказской государственной академии по поручению ректора вуза. Я думаю, как можно больше такие выставки делать надо. Особенно вот сегодня вопрос воспитания стоит очень-очень остро. И посмотрел сегодня, великолепные сделанные залы, великолепное фойе, великолепная организация сегодня. То есть внимание к учебным заведениям, внимание очень большое. И особую благодарность я хочу Ларисе Магомедовне. Работы детей выполнены в самых разных жанрах, но объединяет их одно – любовь к родине, соответственно, и защита ее рубежей. Десятилетний Ибрагим Ибзеев внимательно изучает каждый рисунок. Тема войны юному художнику очень близка. Особо ему понравилась работа, где изображены танки. Армия самая сильная. Это то, чего добиваются педагоги. Изучение и сохранение истории – цена великой победы. Мир глазами детей в современной трактовке высоко оценили взрослые, пришедшие на закрытие выставки. Трудно выбрать какую-то одну, потому что, во-первых, работ много. И очень, практически все заслуживающие внимания. Поэтому есть как-то вот какие-то именно с чем-то ассоциирующиеся. На них тоже как-то обращаешь внимание. Какой-то смысл автор закладывал. Это тематическая выставка, это патриотизм, да? Мы воспитываем в детях патриотизм. А как? Кто-то музыкой, кто-то, конечно, живописью, да? И вот в живописи... Это внутренний мир ребенка, как он представляет. Не зря вот психологи говорят, если хотите посмотреть, что у вас в семье творится, пускай ребенок вам нарисует картину. Вот наши дети рисуют вот так, как они представляют, вот эту военную тематику, и значит она у них уже зародилась еще в 18-19 веке. Вот это вот, знаете, переходит, наверное, с поколения в поколение, и вот они, когда сами это все в себе... Они вкрапляют в себя, они, естественно, передают это потом своим детям, своим же родителям. Да? Вот мы же тоже взрослые люди, мы тоже учимся на их картинах. Над работами ребята трудились месяцами, признаются преподаватели. Лучшие из них были представлены на выставке «Легенды России» в Государственной Думе. Участников и детские художественные школы в этот день поблагодарили и отметили сертификатами организаторов проекта, дипломами Международной ассоциации «Союз дизайнеров», Творческого союза художников России, отдела МВД России по Черкесску. Спасибо вам, что вы понимаете проблему сегодняшнего подрастающего поколения. Потому что если мы не заложим сегодня, сейчас в наших детях то, что мы хотим видеть в будущем, мы можем упустить. И то, что мероприятие, которое дает значимость правительству Российской Федерации, данному мероприятию, это тоже говорит о многом. Мы не знаем наше будущее, наши дети. И вот сегодня представлены их работы, которые они, видение свое показывают в этом сегодняшнем дне, которые сегодня дети уже говорят о том, что мы хотели услышать сами от них, потому что они понимают все это. Алла Качеева, Либастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.